Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 23 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает. Программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Российский депутат Константин Затулин о карабахском урегулировании. Глава Кашатахской администрации о проблемах района. Информация из села Астхашен Аскеранского района. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял группу армянских бизнесменов из Украины, обсудив с ними вопросы реализации различных программ в Арцахе. Первый заместитель главы Комитета Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин заявил, что карабахский конфликт мог бы быть решен на основе компромисса. Такое заявление он сделал в эфире программы «Познер» на Первом канале российского телевидения. «Мое отношение к проблеме Нагорного Карабаха сформировалось давно. В основе этого решения компромисс. Сама Нагорно-Карабахская республика, Республика Арцах, никем не признана, но она существует и живет. И хочу вам сказать, что ни за что и никогда она не согласится на любую форму возвращения в состав Азербайджана, даже формальную». Затулин отметил, что страны не идут на компромисс из-за оголтелых националистов, которые в Азербайджане требуют весь Карабах, а в Армении считают, что отвоеванные кровью земли не могут быть сданы. По словам Константина Затулина, Россия сохраняет нейтралитет в вопросе урегулирования карабахского конфликта. К сожалению, Азербайджан все время наращивает не только свои бюджеты, военную риторику, но в 2016 году предпринял атаку, пятидневную или шестидневную войну, которая привела к очень серьезным жертвам и со стороны Азербайджана, и со стороны Нагорного Карабаха, добавил Затулин, отметив, что он категорически против этого. По его словам, если азербайджанская сторона на самом деле хотела бы урегулирования конфликта, то она не запугивала бы армянскую сторону. Напомню, что некоторые официальные лица, включая президента, рассказывали публично о том, что Ереван надо вернуть, это азербайджанская земля историческая, и мы ее обязательно вернем. «Послушайте, таким путем к миру мы не придем», подчеркнул замглавы Комитета Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин. Глава Кашатахской районной администрации Степан Саркисян, говоря о проблемах района, в частности отметил человеческий фактор. «Многие проблемы возникают от недостатка инфраструктур. Есть фактор, который присущ Кашатахскому и Шаумянскому районам. Проживая в зоне заселения, здесь все вынуждены строиться, создавать свое хозяйство с нуля. Процесс заселения, по его словам, никогда не прекращался, он носит поступательный характер. Интенсивность заселения может меняться, что обусловлено в основном строительством жилья. Государство продолжает вкладывать в этом направлении серьезные средства. Заселение однозначно будет продолжаться. Кстати, по показателям многодетности Кашатах занимает лидирующее положение. У нас очень высокая рождаемость», — сказал глава Кашатахской райадминистрации. «В числе наших основных акцентировок еще и правильный подбор кадров-специалистов. Гораздо больший спрос есть во врачах, учителях. Недостаток кадров ощущается гораздо больше, чем, скажем, в других районах Арцаха». Глава районной администрации отметил необходимость сильного Кашатага. «Кашатагис должен быть сильным, чтобы мы могли создать развитый район с динамичной экономикой. Сегодня жить в Кашатаге с точки зрения достижения наших общенациональных устремлений – миссия исторической важности», – сказал Степан Саркисян. Директор Дома культуры села Астхашен Аскеранского района Сируш Григорян в интервью республиканской газете «Азат Арцах» сообщила, что капитальный ремонт в Доме культуры не проводился. Произведен был только косметический ремонт. Общинный бюджет не располагает такими возможностями. Серые стены Дома культуры украшают работы воспитанников школы искусств, действующей в том же здании. По словам директора, на сегодняшний день обеспокоенность у них скорее вызывает неутешительное состояние энергосети, нежели ремонт здания. Говорит, что по этому вопросу они не раз обращались в соответствующие органы. «Нового здания культуры нам не нужно. Наше здание хорошее, удобное. Просто необходимо капитально отремонтировать его», — сказала Сируш Григорян. Перечисляя достигнутые успехи и постоянно проводимые работы, Сируш Григорян в первую очередь отмечает фестиваль «Культурный перекресток». 3 года подряд они занимали на этом фестивале первое призовое место. И каждый год непременно участвуют в этом конкурсе.
конкурсе. Полученное денежное вознаграждение использовали целенаправленно, приобрели новый занавес для сцены и необходимые для детей танцевальной группы костюмы. Капитальный ремонт Дома культуры придаст новое дыхание нашей деятельности. Мы чувствуем необходимость в этом, заключила директор Дома культуры села Астхашен Аскеранского района Сируш Григорян. В нашей передаче сюжет об академике Национальной академии наук Армении Гагике Казиняне. Начнем нашу беседу с самого такого, вроде бы, обычного вопроса. Почему вы решили избрать такую профессию, такую специальность, такую область юриспруденция? С малых лет я не выношу, когда не только со мной, вообще с кем-либо что-то несправедливое происходит. Потом решил, что, наверное, я смогу осуществить свою мечту, если стану юристом. Кстати, вы думали, что когда-нибудь станете академиком? Нет. И даже ученым не думал. Потому что, я скажу одну вещь, я всегда, это мой последний козырь, когда я, вот, ребята приходят, мои студенты, я хотел пятерку, там, высшую оценку не получить и так далее. Мой последний козырь, знаете какой? Я тоже не окончил с отличием. Но, как видите, достиг вот таких вершин науки. Так что не обязательно быть отличником и по всем предметам. У меня были свои любимые предметы. То, что любим, можно это знать до дна, а другие можно и просто... Гадик Сергеевич очень лестно отозвался о сегодняшнем поколении студентов-юристов. Сейчас у нас очень хорошие студенты, ну просто я завидую. Я, наверное, мечтал бы, чтобы имел вот такие навыки, как сегодняшние эти наши преуспевающие. Мы тогда мечтали, чтобы проходили мимо МГУ. А сегодня наши учатся и в Оксфорде, и в Гарварде, эти аспиранты и стажировку проходят в американском любом университете. Возможности очень большие. У нас, ну, тогда был Советский Союз. Извечен конфликт отцов и детей, но ваш сын, он тоже кандидат юридических наук. Ну, я вам не удивлю или не удивлю, у нас в семье все юристы. И второй сын, несмотря на то, что он работает в совсем другой отрасли. Вот электросетях. Мои невестки обе юристы. Моя супруга из моего курса. Так что все юристы, представляете, что у нас дома творится. Если мы начнем говорить про юриспруденцию. Так что у нас табу на все это. Мы дома ни о чем не говорим. Я не знаю, как будут с внуками. А вообще профессия юриста, насколько она благодарная? Благородная точно, но настолько благодарная. Если все на месте, то есть и юрист, и право, и человечность, эти качества, все-все, это просто наравне с медицинским работником, с врачом. Я так считаю. Потому что врач имеет дело с жизнью, со здоровьем, а мы с правами. Это все одно и то же. Арцахскому государственному университету 50 лет. Ваше отношение к этому вузу? Очень хочу, чтобы действительно Арцахский государственный университет был на своем уровне. На уровне нации. Потому что арцахский народ, он самый и перспективный, и самый умный. К сожалению, сейчас высшее образование в Арцахе не на таком уровне. И особенности подготовки юристов. Вот наша миссия, я вижу свою миссию и нашего коллектива. Мы каждый год, два раза в каждом семестре, какая-то делегация из профессорско-преподавательского состава приезжает сюда. Я считаю, что мы таким образом можем помочь. Становлению науки, высшего образования, подготовки кадров и так далее. И как конечная цель, чтобы у нас был отдельный факультет. Согласно результатам опроса, проведенного крупнейшим фан-сайтом Евровидения ViviBlogs, представительница Армении Карина Игнатян займет второе место на детском конкурсе песни Евровидения 2019, который пройдет 24 ноября в польском городе Гливице. За Игнатян проголосовали 16,96% опрошенных. На конкурсе Карина выступит с песней Colors of Your Dream – «Цвета твоей мечты». За победу в шоу сразятся представители 19 стран мира. В Турции разгорелись страсти вокруг турецкого информационного сайта «Газете Дувар». Дело в том, что главный редактор удалил статью, опровергающую геноцид армян. После этого главред заявил, что из-за нехватки времени он не смог ознакомиться со статьей до ее публикации. Позже с работы был уволен Гюлгюн Тюркоглу, автор статьи, опровергающей геноцид армян. Данный инцидент вызвал в Турции целый скандал. Многочисленные националисты угрожают главному редактору издания. Объявление Министерства культуры по вопросам молодежи и туризма НКР. Министерство приглашает всех на спектакль «Генезис Победы» Общенационального театра имени Соса Саркисяна, который состоится 24-25 ноября в Степанакерском дворце культуры и молодежи. Начало спектакля в 19 часов. Вход свободный.
И о погоде. В воскресенье 24 ноября на территории НКР ожидается переменная облачность. В отдельных местах осадки. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут минус 1, плюс 1 ночью. Днем 0, плюс 9 градусов. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник. В это же время. До свидания.